Приветствую вас. Если мы говорим с вами о девиантном поведении, то для начала стоит ответить на вопрос о том, что вообще такое девиантное поведение. То есть, девиантное поведение – это поведение отклонения, да, отклонения. То есть, это поведение не похожее на приемлемое поведение других людей. Да, принято поведение. И тогда можно говорить о том, каковы нормы в обществе, о котором вы говорите. Каковы нормы общества, которое расценивает поведение, какое-либо поведение, как девиантно? Это вот первый такой вопрос. Второй момент. Поскольку поведение является отклонением от нормы, да, то общество всегда негативно воспринимает это поведение. Неважно, будь то поведение вредящее ему, обществу, будь то поведение, не наносящее вреда как таковое. На самом деле это не важно совершенно, потому что общество всегда боится, что, вот, собственно говоря, человек, который такое вот поведение девиантное продвигает, он поставит себя вне общества. И ему, обществу, будет понятно, например, что можно было вести себя там по-другому, что можно было действовать иначе. И привычный уклад общества разрушится. Поэтому общество всегда воспринимает поведение людей, девиантное поведение людей, всегда воспринимает его негативно, к сожалению. И исходя из этого, можно сделать вывод о том, что продвигая девиантное поведение, продвигая поведение такого плана, вы по сути дел обрекаете себя на сопротивление. На сопротивление со стороны общества. И весь вопрос заключается в том, насколько вы готовы, например, к тому, чтобы, скажем так, бороться за свою индивидуальность. С точки зрения с позиции общества, девиантным поведением можно назвать любое поведение, не укладывающееся в нормы общества,
нормы общества это такое, такие установки, которые направлены на сохранение общественных институтов, общественного уклада, общественного строя и так далее. Можно ли говорить о том, что поведение, отклоняющееся от общего, ну, от общепринятого, да, поведение, отклоняющееся от общепринятого в том или ином обществе, является, ну, всегда является девиантным? Я думаю, что не, думаю, что нет. Я думаю, что нельзя. Так говорить нельзя, я думаю, что это было бы несправедливо по отношению к обществу. Вот. Но тем не менее, именно общество пытается навязать свои, значит, нормы, свои рамки поведения человеку. Опять же, преследуя цель сохранить себя. Это вот нужно понимать. Поэтому не торопитесь прислушиваться к обществу, ко мнению общества. Значит, если речь идет о девиантном поведении, если вас называют носителем девиантного поведения, не торопитесь прислушиваться к подобным взглядам, потому что они могут быть ошибочными. Я думаю, что на этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он вам помог. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!